Добрый день, друзья! Вот и прошла неделя после того, как мы с вами пересадили рябину черноплодную Aronia melanocarpa. Значит, как вы помните, мы с вами ее пересаживали в такой вот пластиковый стакан. Теперь я вам хочу показать ее спустя одну неделю. Вот вы видите, она дала новые молодые веточки. И если присмотреться к банке, то мы с вами видим, вот у нас белые корешки. То есть черноплодная рябина у нас с вами прижилась и пустила свежие корни. Значит, для того, чтобы нарастить хорошую корневую систему, мы с вами будем сегодня проливать ее корневином, который разводится 5 грамм на 5 литров воды. Я взяла полупаковки и разбавила уже в бутылке. В 2-литровой бутылке. Значит, и сегодня хочу с вами ее пролить, нашу с вами черноплодную рябину. В дальнейшем мы с вами будем ее подкармливать и наблюдать за ее выращиванием и укоренением, значит, самого саженца. Вот так вот мы с вами будем готовить саженцы для посадки в открытый грунт. Так что подписывайтесь на мой канал. Будем с вами покупать саженцы и сохранять их до посадки. Всего хорошего и до новых встреч!